Можно тебе легче? Нет, чисто. Чисто. Давай, а бунт есть? Давайте почему? Да. Давайте серый. День добрый, радиостанция Европа плюс Вологда. Только что вы продали сигареты несовершеннолетнему. Как это можете объяснить? Ну ему 16 лет, а 500 рублей не такие большие деньги, чтобы их не было. У меня у самого. Ну а почему тогда другим продаете? Я